Сорт томата ирландский ликер. Это зеленоплодный сорт. Вот такого вот красивого цвета. У плодоножки более зеленый. Сверху по мере созревания появляются вот такие вот желтые разводы. Этот сорт среднего срока созревания. Высоту куст достигает до 1,5 метров. Рекомендуется для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Плоды содержат повышенное количество сахара. В разрезе плоды тоже зеленого изумрудного цвета. Томат шестикамерный, очень сладкий на вкус. Плоды не растрескиваются и созревают на кусту дружно. Я всем советую этот сорт, очень вкусный. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.